В утренних сборах на работу женщины часто не осознают, какую медвежью услугу дает их коже привычный макияж. В стремлении к красоте на денек дамы убивают молодость. Возглавляет рейтинг злодеев обычная пудра. Женщины без задней мысли закрепляют ей тональный крем и консилер под глазами, а кожа в это время высыхает и молит о влаге. Главный компонент пудры – талик, и при частом использовании он высушивает защитный барьер кожи. Личико начинает шелушиться и раздражаться, а проницаемость кожи увеличивается. Морщины не заставят себя ждать и на тонкой коже поселятся навсегда. Молодость попросту помашет ручкой и белым флагом. Второй вредитель женской молодости – подводка для век, которой красавицы ежедневно вырисовывают кошачьи стрелки и выделяют межресничку. При этом нежная кожа на глазах растягивается. Постепенно века опускается, а в уголках проявляются ненавистные гусиные лапки. Если сочетать этот пункт и еще с тенями в 10 слоев, пиши пропало. Ну и последний герой, о котором уже упоминалось, консилер под глаза, который призван прятать синячки от недосыпа. Часто консилером еще высветляют центральную часть лба, область вокруг носа и даже носогубку. Вот только для маскировки синяков и других несовершенств консилер обладает плотной текстурой, которая для кожи как ведро цемента на воздушный шарик. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новинки. До новых встреч, всем пока!